Привет, друзья! Как и обещал, видео еду в Запорожье. Вот я не был здесь с того времени, как вот начали здесь делать участок новый. Вон там впереди, увидите, охотники переходят дорогу. Сегодня суббота. Люди вышли на охоту. Наверное, уже на зайца. Фазанов пострелять. Фазанов много. Тут вон камыши. Там вдали они прячутся в таких местах. И вот такой участок, ребята, сделаны. Так что, ну, уже, наверное, я думаю, дальше делать не будут. До Токмака осталось 27 километров. Это будет 100 километров пути. Делали. Какая-то канавка посреди дороги маленькая. Бугорочек перед ней. На улице 0 градусов. Снежок, который был раньше, местами он остался на дороге. Как всегда, у меня не работают приборы, кроме температуры и оборотов двигателя. Но я себе на телефон поставил программку GPS, которая показывает и скорость, все, в общем, показывает. Так что мне оно теперь не надо. Включил программку и все. Да, говорил, не помню, скажу, назад купил новую резину Росава, поставил зимнюю, 1350 гривен колесо. Впереди теперь все сезонка, сзади зимние. Скорее всего, возвращаться буду домой в понедельник, потому что там попутный груз есть. Скаты забрать из Запорожья, загрузка. Хотя еду к маме на день рождения, заехал на автосоюз. Два товарища там масло брал на бензопилу, что мама просила там попилять кое-что. У нее Т2 масло, которое разбавляется. У меня как раз закончилось. Так что назад буду ехать, заберу груз. Больше-меньше не знаю там, сколько будет, заберу. Так что топливо частично. Оправдаю хоть половину, так что. Я бы и так к маме поехал. Говорится, за деньгой не постоим. Ну, а если попутно получается, то почему бы и не согласиться. Тем более в понедельник все равно, скорее всего, что не будем ехать пилить. Лесник говорил, что-то там они понедельник, вторник не будут работать. У меня на базе только одна машина леса лежит, поэтому вызывать рабочих, не знаю, еще подумаю. Ситуация. Ну, вот как видите, дорога, не знаю, сколько она будет служить, как делали, сколько подсыпали, на чужих блогах не смотрел, ни с кем не пересекаюсь по поводу работы этой дороги. Так что так вот, бычки вот взял с собой, ребятам сухие угощу. Маме взял там радио переносное, новое купил. Батарейки зарядил, он в селе любит. На огород, что куда-то так включить на кухне, она любит играть, чтобы играла. Вот там впереди сосенки растут.
той стороны, на этом участке. Я так помню, что я не снимал, по-моему, точно, когда блок начал вести. Но это не важно. По-моему, нет, да. Не помню такой ситуации. Конечно, что дальше будут делать это все потом. Вот так вот красивая местность такая. Спускаемся. Видите, зеленый это широкий яр, украинскую мову, благодатный. То раптом же будет дивиться товарищ из Great Britain. Sir, you like it raw? Talk to me, please. I'm sorry if I speak English. Я думаю, по американским меркам это хайвей называют. Ой, фривей. Хайвей это между селами, такими городками, а хайвей это между городами и штатами. Даже разметка такая есть перед горой. Ну вот такой первый репортажик. Так, Макия. Буду останавливаться. Перекурю, мне спешить некуда. Вот здесь тоже, видите, что перед горой уже завершить обгон нужно. Орехи старенькие. Так вот. Как-то так. Ну все, друзья, с первым репортажем у нас у вас в дороге. И да, ожидаем следующий